Семь граней Великой степи перевели на польский язык. Политики, эксперты европейского государства уже изучили статью президента Казахстана. В частности, своим мнением поделился профессор Бартош Рыдлинский. По его словам, в своем новом труде Нурсултан Назарбаев обозначил главные ценности Великой степи, о которых должны знать не только казахстанцы, но и другие народы мира. Поэтому очень важно запустить проект «Архив-2025», в рамках которого будут оцифрованы данные и исследования. Эта программа поможет сохранить историю и передать следующим поколениям. Статья президента имеет огромное значение. Нурсултан Назарбаев правильно отметил то, чем казахстанский народ может гордиться. К слову, даже многие повседневные вещи, одежда, обувь, которую мы носим, а также тем, чем занимаемся, к примеру, верховая езда, непосредственно связаны с великим наследием казахской культуры и Казахстаном. Мы должны понимать, что люди, которые когда-то жили в степи, изобрели много технологий, принесли много знаний. Казахстан имеет богатое прошлое, и оно может быть вдохновением для будущего поколений казахстанцев. А диджитализация архивов очень важна. Это хороший инструмент для того, чтобы все желающие через интернет могли иметь доступ к наследию Казахстана.